Внучка Людмилы Гурченко, 39-летняя Елена Королева, потеряла нерожденного ребенка. О трагедии в соцсетях сообщил Прохор Шаляпин, который дружен с Еленой. Беременная Елена Королева неудачно упала на даче, оступившись. В результате удара случился выкидыш на третьем месяце беременности. У Елены Королевой есть дочь Таисия от первого брака. Девочка очень похожа на свою звездную прабабушку Людмилу Гурченко.